Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Бог дал этим людям гораздо больше, чем они себе представляют. Их способности к анализу и предсказанию событий просто зашкаливают. К сожалению, они не умеют пользоваться этими качествами. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Влияние на этих людей оказывает планета Нептун, особенно на тех людей, которые родились в период с 21 июля до 20-27 августа, период зодиака, называемый «Домом Луны». Сталкиваясь с этими людьми, родившимися под знаком Нептуна, можно долго ошибаться на их счет, они могут быть внешне очень спокойны, часто производят впечатление робких и нерешительных людей. Но это первоначальное впечатление, как правило, обманчиво и означает только одно – еще не пришли в действие силы, которые заставят забурлить и понестись вперед, сметая все на своем пути. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. «Ре» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Эти люди ответственны и терпеливы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.